Всем здорова, ребят, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии финала Кубка Италии, матч между Наполи и Ювентусом. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, с каким счетом закончится эта встреча и кто из команд выиграет. Возможно, в основное время, возможно, по пенальти, кто знает, чем обернется эта игра. Составы на этот прогноз взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться. Но точно знаю, что не сыграет Оспина у Наполи, у него перебор карточек, и этот финал он пропускает. Также под вопросом выступления Гонсало Игуаина с первых минут, у нас он в прогнозе вышел в старте. Ну и давайте, ребят, начинать. Наполи идет в свою атаку. Квадрадо простреливает. Здесь на ленточке, сохраняет без Матьюди мяч. Делает подачу уже во вратарскую, но там всех опережает голкипер. Классная передача, удар Гонсало Игуаина, и мяч проходит рядом со штангой. И снова Ювентус в атаке, снова подача, удар по воротам. Это вновь бил Гонсало Игуаин. На сей раз головой, снова спас голкипер. Ювентус не останавливается, это снова Криштиану Роналду. Укрывает мяч корпусом, но на сей раз защита Наполи действует очень здорово. Криштиану Роналду, его выстрел, и снова на месте голкипер Наполи. Ну вот за первые полчаса Ювентус создал уже порядка трех моментов. Наполи пока выглядит чуть скромнее, пошла подача. И еще один момент, Пауло Дибала. Удар по воротам, добивание и мяч в воротах. Это Пауло Дибала. Он начал эту атаку буквально с углового флажка. И после рикошета от голкипера поразил пустые ворота. Не было там офсайда. На 32-й минуте Юве выходит вперед. Ну и вот здесь Дибала подхватил мяч на ленточке. Сделал передачу на Сами Хидиру. Тот бил по воротам. И после мяч отскочил обратно к Паулу Дибале, который оказался точен с весьма острого угла. Гонсало Игуаин, передача Пауло Дибала, снова Игуаин, его выстрелы 2-0. 39-я минута, Ювентус забивает второй мяч, и пока что Наполи ничего не может с этим поделать. Классный перехват в центре поля от Сами Хидиры, или нет, это был Бентанкур. После опять мяч доходит к нему, он отдает передачу на Гонсало Игуаина, и тот, подработав мяч, посылает его в сетку ворот. Красивый гол. И счет становится 2-0 в пользу Юве. Занавес первого тайма, и Наполи заработали право на штрафной. Но это шанс. Удар по воротам и тащит голкипер Юве. Весьма непростой мяч. Но, тем не менее, оставляет ворота в неприкосновенность. Еще один штрафной, еще один шанс. Переиграли уже одну минуту. Инсинье, удар по воротам, рикошет, и на этом, я думаю, первый тайм закончен. 2-0 после первого тайма, и особо нет моментов у Наполи. Был штрафной, но там здорово действовал голкипер Юве. И смотрим, чем нас порадуют вторые 45 минут. 65-я минута. Наполи в атаке, неплохо разыгрывают, там и передача пяточкой. Но вот здесь совершенно безобразная передача, и в итоге потеря. Пауло Дибала, подача в штрафную, до Роналду мяч не доходит. У нас пошли, ребята, последние 10 минут. Ювентус продолжает поддавливать. Разыгрывает сейчас угловой, пошла подача, это Роналду, его попытка удара. Рядом Александра. Блес Матьюди. Удар по воротам, и Гонсало Игуаин в нашем прогнозе оформляет дубль. И делает счет неприлично крупным. 3-0. 84-я минута. Ну, додавил Ювентус. И здесь Гонсало Игуаин в центре. Но, тем не менее, он совершенно без прикрытия. Принимает мяч, разворачивается и посылает мяч в сетку. Основное время матча подошло к концу. Арбитр добавляет одну минуту. В нашем прогнозе побеждает Ювентус. Именно они становятся победителями в финале Кубка Италии.
Каким результат будет жизни, мы узнаем с вами сегодня вечером. Матч начнется в 22:00, если я не ошибаюсь, по Москве. Вы, друзья, пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.